Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию уже проверенную модель по судаку стример, который действительно является не зацепляйкой. Весь смысл заключается в том, что я из пенки подготовил из брусочка вот такой материал, окрасил его в красный цвет, если есть у вас красный, используйте красный. И сразу на клей я посадил вот такой блестящий даббинг. Какой цвет вы выберете сами. Весь смысл заключается в том, что наш стример все время находится вниз нашим колечком за счет нашей пенки. Давайте изготовим и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Для начала я хочу хорошо огрузить перед нашего стримера. Возьмем немножечко свинца, ровно столько, чтобы не испортить наше тело. Огрузили свинцом. Этой огрузки, конечно, недостаточно, но длина цевья и так у меня удлиненная, не позволяет увеличивать тело до определенных размеров. Желательно использовать и рыбалку вместе с чебурашкой. Промотаем немножечко наш свинец, чтобы он нам закрепился. И теперь я на месте крепления наших тройников, так как у меня уже разрезано, я просто заведу вот так свою пеночку. Пока ничего не отрезаем, не подрезаем, крепим, подхватили. И прямо аж до загиба, вот ровно у самого загиба, теперь проматываем. Величины загиба нам будет вполне достаточно для того, чтобы подсеклась наша рыба. Если у вас не получится так, подберите несколько больший номер крючка. Отрежем остатки и окончательно теперь подхватим. Для себя вы уже будете выбирать сами, как вам по меху величину вот этого хвостика. При поклевках абсолютно не мешает, так как он имеет подвижность вполне достаточную. За счет того, что в мехе будет сохраняться какое-то время количество воздуха, и плюс наш вот такой незатейливый хвостик, у нас будет достаточно плавучести для того, чтобы наш стример клевал только носом. Я беру мех белый песца, больше ничего не добавляю, пока никаких блестящих элементов, так как этого будет вполне достаточно. И небольшими щепоточками с трех сторон закрываю прямо от загиба место крепления. Вот как вы видите, длины моего хвостика вполне меха достаточно. Он перекрывает хорошо мою пенку. Подхватываем. Пока ничего не крепим. И так с трех сторон.
закрепили мех со всех трех сторон. И теперь нам необходимо осторожно, так чтобы не оборвать нитку, промотать очень-очень крепко у самого, считайте, поджалом крючка. Промотали, выходим, подходим к нашему свинцу и здесь останавливаемся. Как заметно, потом вы сами себе поправите, так чтобы это при намокании наш хвостик будет проявлять красную нашу пенку, обклеенную блестящими элементами. Но мы с вами все равно еще добавим немножечко блестящего голографического люрикса. Брали остатки. И как всегда, я обычно беру клей, чтобы мне не мешало в дальнейшей работе. Заодно видно, что у нас вышло с нашим хвостиком. Подмазываю. Вот у нас вышел с вами вот такой симпатичный блестящий хвостик. Теперь в месте крепления ровно столько, сколько вот я оставил до середины цевья, мы должны с вами сейчас проклеим, еще прихватим хорошо и промотать красным даббингом. То есть я дополнительно, там где наше жало, обозначу точку прицеливания. Уже я не использую блестящие элементы, то есть я использую тот подшерсток, который у меня остается при работе. Вы можете использовать любой даббинг, который сочтете необходимым. Главное не забирать полезное пространство в загиба. Вот так проклеили, прихватили, и теперь я делаю даббинговую веревочку. Даббинг может быть оранжевый, красный, как вы захотите, как вам будет удобно. Главное, чтобы он отличался по контрасту от цвета хвостика нашего. Так будет достаточно. Теперь я возьму совсем немножечко светлого даббинга из набора и добавлю его к красному. И буквально совсем немножечко накину вот так на вот нашу половинку, где мы будем с вами мотать опушку пера. Пока даббинг не убираю, я беру вот такое желтое перышко, можно шартрез, но лучше, конечно, работает желтое перо. Не доходя до нашего колечка примерно сантиметр, я здесь креплю перо. Довожу до колечка, сделаю парочку накидов. И теперь мы с вами в этом месте делаем один полный оборот. Поправляем перышки, чтобы они у нас не ломались, а хорошо шли. Вот так сделали один оборот, и теперь с небольшой ступенечкой, с равным шагом поделим длину нашего пера и подойдем вплотную к колечку.
Почти такой же джиг, как я изготавливал для ловли сома, судака и щуки, мы изготовим с вами на тройнике несколько облегченный вариант. Замечу, можно подсоединять нашу приманочку дополнительно к любой другой снасточке, которую вы сочтете необходимым. Будь то воблер, вертушка, колебалка. Хорошо работает с колебалками. Отгибаю все волоски назад нашего пера. Осторожно, чтобы не поколоть руки. Подхватываем. Хорошо, промотаем и здесь же с вами сформируем головку. Цвет вы выберете для себя сами, хотите красную, хотите желтую, хотите черную. Я традиционно оставлю черным цветом. Делаем завершающий узел. Я вскрыл немножко лаком головку, обрезал остатки пера. И как вы видите, наш вот такой необычный стример готов к работе. Так он вроде бы пышненький, а так, пожалуйста, при намокании он приобретает свою хорошую форму. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!